Добрый день. Финал Кубка Германии. РБ Лейпциг, Айнтрахт Франкфурт. РБ – действующий обладатель Кубка Германии. Айнтрахт выигрывал Еврокубок. Но все оставляем за скобками, потому что здесь и сейчас, на нейтральном поле, на Олимпиа-стадион, все начинается с нуля. Мы не будем говорить про «если бы да кабы». Мы имеем то, что имеем. Мы имеем РБ, который мог стать чемпионом, но что-то пошло не так. Мы имеем Айнтрахт, который терял очки в самых безобиднейших матчах с командами, которые могут покусаться и осложнить жизнь. Мы имеем матч, где возможно все, и кубок может уйти абсолютно любой команде. Мы имеем Колу Муанина, мы имеем Тима Вернера, мы имеем Дани Ольма, мы имеем команду, мы имеем много других игроков. Мы имеем матч, который пройдет в упорной борьбе, даже где-то в агрессивной. И непонятно, где порвется, и непонятно, где сорвется. И много чего в этой игре непонятно. Пусть букмекер выставляет фаворитом действующего обладателя кубка парней Марка Розы. Но у парней Гласснера на все эти статистические виды, нюансы, есть свое мнение. И в таких раскладах, по таким реалиям, в таких, ну если хотите, временных отрезках, может случиться всякое. И поэтому я решил предложить особый вариант на данный матч. Общий тотал желтых карточек более 4. Спасибо за внимание. Смотрим футбол. Подписывайтесь на канал и будьте здоровы. Пока.